близкие друзья, мы всем вам в какой-то степени друзья, мы помогаем, наверное, и дружим с каждым из вас. А для кого-то я являюсь наставником, для меня все маленькие и большие друзья. Еще раз всем спасибо. Академия Андрея Плющенко открыта. Чемпионат России хочу пожелать спортсменам пройти без травм, пройти достойно, представить наш клуб. Ну а кто не в нашем клубе, но являются друзьями, мы тоже будем болеть за вас. Поэтому ни пуха, ни пера, без травм, показать самый лучший результат. Всем удачи! Спасибо, дорогие друзья! Хорошего вечера! Я хочу сказать, что у нас потом будет пресс-подход ко мне с Евгением, и потом мы торжественно разрежем торт. Так, а можно...